Сегодня свою работу начала Центральная приемная комиссия профессиональных образовательных организаций республики. До 25 августа в ней будут работать представители учреждений среднего профессионального образования, расположенные в разных городах и районах республики. Свои двери комиссия открыла в здании Якутского индустриально-педагогического колледжа. План приема в наступающем учебном году составляет 6339 мест. В рамках программ СПО предусмотрена подготовка по 88 программам подготовки специалистов среднего звена и 53 программам подготовки квалифицированных рабочих. Также в этом году открылись 15 новых технических специальностей, а для удобства граждан во время работы Центральной приемной комиссии работает телефон горячей линии. Кроме того, абитуриенты и их родители могут дистанционно задать интересующий вопрос на форуме «Учеба». В Якутском индустриально-педагогическом колледже находится более 20 наших учреждений. Те остальные, которые сюда не пришли, они находятся непосредственно педагогически в Якутском педколледже, медицинском колледже и непосредственно в районах тоже имеются приемные комиссии. Открываем на бюджетные места около 7 тысяч бюджетных мест. Это более чем на 100 мест больше, чем предыдущий аналогичный год. По некоторым нашим специальностям по 5-6 заявлений на одно место.